А это Коди Гарбранд, американский боец смешанных единоборств. Он появился на свет 7 июня 1991 года в штате Огайо. Коди родился в проблемной семье. Его отец заключенный, дядя тоже заключенный. Да что уж там, даже его песик Фуффи и тот угодил за решетку. Так что у юного Гарбранта было два пути. Либо в шахтеры, либо в стриптизеры, иначе тюрьма. Но, к счастью, Коди очень не нравилось, когда его пи***т. Поэтому в 15 лет судьба привела паренька в мир единоборств. 29 декабря 2012 года Гарбранд дебютировал в профессиональном ММА, уничтожив своего противника в первом же раунде. У Коди было все, чтобы стать суперзвездой боев без правил. Звездная сексуальная подружка, взрывной темпераментный характер и действительно трогательная история. Дело в том, что в свои 19 лет еще никому неизвестный Коди Гарбранд, стремительно спешивший повторить судьбу своего отца, подружился с мальчиком, больным лейкемией. Мэддокс Мэппл боролся с недугом за свою жизнь, пока однажды отчаявшись, не отказался продолжать лечение. Отец Мэддокса позвонил Коди в надежде, что тот сумеет повлиять на его сына. В тот день друзья заключили соглашение. «Пообещай мне, что победишь рак, а я обещаю, что стану чемпионом UFC». 3 января 2015 года Коди проводит первый бой под эгидой крупнейшего ММА-промоушена, нокаутировав многострадального Маркуса Бримейджа, которого пи***ли все, кому не лень. Коди просто не мог проигрывать, если хотел выполнить свою часть уговора, поэтому бойцы легчайшего дивизиона один за другим стали вылетать из октагона как сучки, а тяжелые удары и агрессивный стиль ведения боя привлекли к Гарбранту внимание фанатов по всему миру. Успех не заставил себя ждать. 10 боев, 10 побед, а главное – статус претендента на титул чемпиона UFC. Мэддокс Мэппл сдержал обещание и поборол болезнь, а для Коди оставался последний шаг, который под силу только настоящему воину. Титул в 135 фунтах принадлежал доминирующему чемпиону Доминику Крузу, боец, которого многие считают лучшим вне зависимости от весовой категории, имеющий в своей карьере лишь одно поражение десятилетней давности от Юраи Фейбера, тренера Коди Гарбранта. Остальные 22 боя окончились победой доминатора в унизительной для его соперника в форме. Ореол непобедимости придавал Доминику изрядную самоуверенность. Но у него не будет получаться, он будет промахиваться, он вроде бы сейчас нанесет тот самый нокаутирующий удар, а меня уже нет, я как призрак, меня уже нет. Однако у Коди были другие планы на этот счет. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный, блядь. Я тебя сожмёт, блядь. Блядь! Сука! Ебанка! Да как я ёбнуть, блядь, дебил, сука, ебанка со головой, блядь! Тупорылая залупа, блядь! Ну а что произошло дальше, всем известно. Как призрак. Как призрак. Как призрак. Как призрак. Да уж, в тот вечер Доминик Крус опростался по самые щиколотки, а Коди? Коди сдержал обещание и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Подписывайся на канал, ставь лайки и оставляй комментарии. Выход новых видео зависит только от тебя.